нашего наследия русского наследия. Взять историю какую-то историю, потому что это философия моего дома, и сделать это модным. Задача, не из простых, это только слава, кажется. Поэтому, когда я перелопатила историю нашего региона, края, России, и увидела... Или что делали дома? Сейчас я так думаю, что с приходом интернета у нас вообще с этим проблем нет. Да, все музеи открыты, пожалуйста, можно посетить их сейчас. И когда я натолкнулась так, на идею посвятить это принцессе Оренбургской, я поняла, что это оно. Вы знаете, она, эта личность, она объединяет в себе такие, может быть, контрастные вещи. Воронеж, глубина, королевскую кровь, дворянство, и в то же время она всегда помогла христианам. То есть она, у нее же начинания были художественной школы, которые, в принципе, не по сословному признаку набирают. То есть она поддерживает. И вот этот вот образ, который объединил все эти, казалось бы, необъединимые части, он, конечно, заворожил. Заворожил, когда я начала изучать легенды, связанные с ней. Я, честно говоря, даже растерялась в полете фантазии. Потому что ее история — это не то, что история, которая может быть базой в 10 коллекций. Это история, которой можно посвящать и книги, и произведения. То есть настолько интересно, и причем вот разно. То есть она была разная. Она была одна, когда налаживала вот это производство в нашем регионе. Это, в общем-то, как чиновник, можно сказать, она выступала. Она была другая, когда благотворительный фонд она организовала, помогала детям нуждающимся. Она была третья, когда занималась этим своим зверинцем, который хранила в подвале, который многие думали, что там узники хранятся. Но на самом деле никто не знает, там было. Может быть, там узники тоже были. То есть это совершенно, такие десятки. То есть вы начали изучать историю Воронежского, опять же, края, да? И наткнулись на нее. Да, именно вот этот персонаж.